На, смотри, что у меня есть для тебя. Вот это называется... Как Сасана Азмара из станции сняли, вот так бывает в жизни. Вот он бокс. Клиента на самом деле, он машина. Коля непробиваемая машина, он оправдывает свое прозвище, поэтому... Только я мог его пройти. Если бы бой не закончился нокаутом, решение, как думаешь, в чью пользу вынесли бы судьи? Вентон вел по бою, решение он давил, он прессинговал. Да, в 4 раунда выиграл первый, второй, третий раунд Глентон выиграл, и четвертый, пятый, шестой Егоров. По седьмого уже начал. Ну, седьмой, восьмой такие раунды были. И вот после девятого, десятого, одиннадцатого, вот видишь, уже Глентон начинает давить после седьмого раунда. Еще больше добавлять темп. Поэтому, да, и он бьет хорошо по корпусу. И это я ощущал в Дубае. И то на тот момент я был не в лучшей своей форме. А тот Глентон сильнее был или этот сильнее наоборот? Я думаю, тот Глентон был побыстрее. Побыстрее, это точно. И в хорошей форме был он тогда. Очень в хорошей форме был, потому что он не дает дышать, не дает пространства своим оппонентам. Поэтому он всегда в хорошей форме. А какие вот ожидания у тебя были до поединка? Я знал, что Глентон, да, будет давить и этим прессингом, натиском своим. Как я понимаю, он с тобой спарринговал, да, к этому поединку? Уходил в зал, боксировали вместе, чуть спарринговались. Но мне показалось, что в Дубае он был в лучшей форме, чем сейчас в зале. Ну, в ринге по-другому, видишь, что. Одержал и стал новым чемпионом WBA International в первом тяжелом весе. Your winner by Metal Victory and new WBA International Cruiserweight Champion Brandon Bulletproof Glanton. На допинг-контроль проверим там бойцов. Срочно, там комнату. Кстати, есть комната для допинга. Проверить. Кстати, Сослан, а что там в итоге с этой ситуацией? Ну, то есть нет ли каких-то прояснений? Пока нет. Ты же говорил, что хотел оспаривать эту историю. Нет, прояснения для меня есть, но посмотрим. Оспаривать тоже там нету смысла. Будем по-другому действовать. Посмотрим. Пока нет никаких пониманий. Ты в итоге вот разобрался на международной арене? Ты тоже дисквалифицирован сейчас или нет? Нет, ни в коем случае. Я узнавал, на международной арене нет у меня ничего. Я могу свободно выступать в Америке. И поэтому только дисквалификация только у нас здесь, в России. То есть чисто Русада? Ну, своих же бойцов, если топят. Русада о чем говорить? О ком боксе можно говорить? Не знаю. Команда Папина говорила о том, что там не туринабол, а другие вещества. Вот, и задавали... Пусть будет целый букет, мне уже не важно. Это уже не важно. Да, туринабол или анабол, там, я не знаю. Что, какие названия еще есть, да пусть добавят. Мне вообще абсолютно наплевать. И я просто показывал хорошие, красивые бои. Я говорю, бокс остался без красивого боксера и без красивого бокса. Вот и все. А если не секрет, предложения уже в Америке есть какие-то? Нету пока. Чуть не до этого, чуть другими моментами занимался. Ну, посмотрим. Я думаю, все получится. Вот так, друзья, неожиданно, эмоционально и... Слушай, Глентон единственный, кто не стал комментировать новость о том, что ты был пойман на допинге. Но он говорит о том, что, ну, я не знаю, говорит, ну, принимал я или нет, он не знает, из-за этого не хочет комментировать, это, ну, правильное я решение. Я у него, да, спрашивал, и он не стал. Ну что? Вот вы и оставили меня без красивого бокса. В сети достаточно часто обсуждается твое возможное возвращение на голые кулаки, твой дебют не только с Гончаровым, но и полноценный дебют в ММА, то есть, может быть, продолжение карьеры в этом виде спорта. Ты сейчас можешь развеять эти слухи, может быть? Были предложения по кулачке и по кентусах, где нет бокса, где нет федерации бокса. Посмотрим, сделают хорошее предложение, выступлю и там. Это мое ремесло, я никуда не ухожу, я могу подраться.
абсолютно с любым. Главное, чтобы меня заинтересовали. Как насчет кика по с Алексеем Папиным? Вот такой вариант рассматривают сейчас? Да нет, конечно, мне зачем эти детские игры играть. У меня ремесло – это бокс. Так и боксингу. В чем смысл, в чем прикол? Можем подраться. Одна из доступных опций вот на данный момент просто. Видно того, что произошло. Одна из доступных опций. Подожди, я подниму завет. Ехали.